Выставка меда «Пасеки Монастырская» начала свою работу сегодня в ДК «Железнодорожник». Пчеловоды представили более 20 видов меда. Каждый из них обладает уникальными лечебными свойствами и вкусом. Например, с живицей или имбирем. Такой с легкостью он поможет пережить период простуд. Помимо этого в продаже знаменитая азовская халва, натуральное подсолнечное масло, конфитюр, травяные чаи, медовые настойки и маточное молочко. Донник, расторопша, гречишный, липовый мед, мед из дягеля. Мед из дягеля является одним из самых полезных сортов меда. По многочисленным просьбам покупателей мы продлеваем нашу акцию при покупке 1 килограмма, килограмм цветочного меда в подарок. Также на нашей выставке представлены конфитюры более 15 видов, такие как черника, клюква, морошка, киви, ананас. Добавлю, что выставка «Пасеки Монастырская» в ДК «Железнодорожник» продлится до 31 января.